Хейл, с вами Мишемки, и мы продолжаем проходить игру по нас The Binding of Isaac Tributes Plus. И как я говорил, у нас сегодня челлендж номер 9, Demo Man. Как вы видите, мы мистер Зарудыш. Если что, я вот поменял сбоку, да, эти хери. Вы сейчас думаете, Шимки, что ты нас наебываешь? Где они изменились? Нажимаем реролл. Нажимаем реролл. Блять. В смысле? А, я понял. Значит, я не удалил старые. Good job. О. Такие более другого цвета. Ну, не знаю, если с ними тоже не так будет, я поменяю все. У нас сразу с вами есть нажимная бомбочка. Поэтому мы можем взрывать тогда бомбы, когда нам нужно. У нас есть тут подарочек. Халявно открыли себе проход. Просто на изичи. Честно, я не знаю, почему. Вот типа фитиль жгется немного дольше. На самом деле это не так. Ой. Ладно, это не беда. Мы можем с вами теперь ломать все камни. Искать секретки. Почему бы нет? Ой. Спасибо за монету. Секреточки лучше искать. Будем рассчитывать в основном сейчас мы. I can see forever. Tears down. I found pills. Telepills. Да уж. Давайте я лучше реролл сделаю. Один разок. За эту серию. Мы же должны, да, немного тебе этим побаловать. Что, серьезно, нету здесь секретки? Ладно. Тогда секретка должна быть снизу. Хотя... А, да, есть. Может, я все-таки косой. Не, много пауков. Не, хорошо, взрываю. Не буду, короче, пилюлики больше кушать. Пилюлики это зло. Вот... Нам бы еще двойные слезы. Вот с двойными слезками будет веселей. Пока. Магазин не могу открыть на халяву. Жаль. Жалко. Двери мы можем взрывать. Можем типа на фаст проходить. Спидран, короче, делать. Бомбочки. Зачем на 10 бомб, если мы можем все сами взорвать? О, хороший босс. Минус босс. Плюс хп. Врываемся дальше. Почему? Я удалял. Или я не удалял? Если вы сейчас не понимаете, о чем я имею... Я сейчас за... Старый мод. Colors. По идее, все должно быть... Нормально, но оказалось, что нет. Ну, это не значит, что я вас наебал, да, или типа того. Так. Тут прохода нету. Главное не задамажиться, хотя бы в райскую комнату попасть. Поэтому раньше времени лучше камни не взрывать. Проход. Проход — это хорошо. Так, можно зайти на арену. Давайте взорвем. Сколько там ништяков? Вы просто посмотрите. Ай, тихо. Ой-ой-ой, я забыл, что у меня сердец и них нету. Так, сейчас должны малые быть, да? А не, все.
Я забыл, что у меня синего сердца нету. Я могу проебаться. Жестко проебаться. Минус, тихо. Осторожно, осторожно нужно. С унитазами нужно быть осторожным. Так, потайнуха. Нету. Потайнуха. Да. Все. Теперь мы можем не бояться за наши жизни. Теперь мы можем все херячить, все разносить. Потому что у нас есть черные сердца. Две монетки. Ништячок. Ой, ладно, так уж и быть. Взорву процесс этот медленный. В камнях может быть урон, но... В принципе, у нас урон не увеличивается. Нам бы сейчас в основном нужно искать на живучесть. Поэтому наша сейчас главная цель, это заключается на жироту что-то собирать. Пускай красные вакуумы будут. Желательно нам бы полет. Лови пульку. Желательно бы нам полет. Ладно, жизни тоже неплохо. Плюс скорость полета слезы. Знаете, комната, в принципе, неплоха. Плюс мы с вами не потеряем ничего. У нас даже есть шанс выбить сердца, выбить предмет. Все, я фул хп. Локап. И еще один локап. Отличный забег. Даже и плюс то, что я зареролил. Только, блин, мне как-то значки все равно статы. Не очень. Как бы да, они не вбиваются, но слишком пиксельные, слишком маленькие. Ну что получше искать. О. 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 А, так мы какую-то не ломаем. Сломали. Так, наша главная цель. Найти магазин. Найти магазин, зайти в магазин. А чё я в магазины не заходил? Точно. Чё-то я протупил немножко, ребят. Грибы теперь можем взорвать себе на потеху. Грецкий орех. Давай зиму. Здесь есть проход. Я взорвал его? Нет. Вот я глупенький. Малявное черное сердце. Просто лежит. Никому оно не нужно, значит это мое. Да, фул хп будет прикольным. Забираем монетки, монетки, монетки. Кто там говорил за фул хп? Сейчас еще черное сердце потеряем. Так, ладно, магазин у нас есть. Пакет. Пакет, пакет, почему бы и нет, но не хочу. Дайте мне что-то со скидкой. Сердце. Ключ со скидкой взять. Почему бы нет. Дрочебельный робот-паук. Палит хп противник. Рерол предметов. Не-не, стоп, стоп. Нужно дозарывать до конца. Нужно дозарывать, пока из них... Да, пока не попадут монеты. Ништячок. Теперь у нас, считайте, бесконечный рерол самих предметов будет. Но я юзать карту не буду, я заюзаю карту на следующем этаже. $400 дамага. Секрет рум. Такое. Такое себе. Упс. Мне нужно скорость слезы увеличить. Повеселее будет. Давайте, из гриба дайте мне гриб. Из гриба дайте мне гриб. На скорость. На скорость передвижения и скорость стрельбы. Нет, заразы. Жадные. О. Ну да, не тот гриб, конечно.
Да хотя я его и брать не буду. I'm squashing. Good party. Пойдемте наверх. Выходим, там хороший камень. Стреляем, взрываем. Ключ, стопе, мое. Блинк, блинк. Локап. Отлично. Катакомбы это один, да? Эй-эй-эй-эй-эй. Чего он такой быстрый? Спасибо, паук. Чего они такие быстрые? Спаун рандомный. Да ладно, возьму. Из какашек. Короче, ладно, нормальный предмет. Если по пути будут какашки, отличный предмет. Из какашек вылупается мухи. Так, сразу. Мы в поисках грибов с вами. Блядь, пещера, это не катакомба, черт. Виктирс. Не очень так уж большие наши слезы. Ой, что-то я ту комнату на двери не поискал. Нет. А, это главное теперь, когда мы просто защищаем, оказывается. Окей. Что, нету? А, жаль. А точно нету? Жаль. Хотя мне карта показывает, что тут, блядь, нихуя нет. А вот люки могут быть. Если поискать. А вот люки могут быть спрятаны. Подождите, а какой тогда предмет, что павнит мух из какашек? Опа-на. А теперь вспоминать надо. Плюс еще локап. О, нужно было тебе тоже заспавнить. Сейчас в магазин зайдем. Там заспавним. Хотя не, тут грибы есть. Ладно. Нормально. Текс, текс, текс. Сумку я не вижу смысла покупать. Вернемся за магической картой, да? Заюзаю сразу его на боссе. Почему бы даже и нет. Их отвалили. Нахер. Нахер от меня пошли. Я помню, как у меня один раз черная муха превратилась, блядь, в харкающую муху. Это было странно. Каеп. Ой, ептик. Ой, ертик. Минус черное сердце. Теперь нужно искать, где взять сердце. Смол. Какой шанс, что я найду люк? Минимальный. Какой шанс, то, что я найду люк? Именно в этом забеге. Меньше минимального. Так, какашка. Да давайте какашку возьмем. Святые бомбы. Я мастер. Я мастер по получению дамага. Можно здесь, в принципе, тоже прятаться, он типа не достает. Мансить туда-сюда. О, жизнь. О-о-о, ё-моё.
Защита на все комнаты. Спасибо тебе, ангел. До свидания. Считайте, я теперь бессмертный. На один удар в каждой комнате. Могу просто вот так подойти. О, найти потайнуху, да, и взорвать сам себя. Чё себе. Мусор, но приятно. Одна летающая муха. В подарок. Закажите только сейчас наш особенный мусор и получите муху в подарок. Так, монетка. Магазин нужно. А, мне все равно не засчитывается, даже если я тут что покупаю. То можно вот расслабиться. Да, смысл бомбы собирать. Пойдемте босса тогда искать. Баван, Джастис. Наверх. Ничего нету, можно идти дальше. Ай, смысл. Смысл открывать даже. Блин, жалко, что я не могу попасть к дьяволу. Этого персонажа. Было бы прикольно. Идемте тогда в самый низ. Ай. Черт. Дерзап лучше поднять. Только где? И терзу нигде не поднимешь. И сердце с этого даже не выпало. Обидно. Тихо, тихо, тихо. Так, готово не достать. Ну, зато в магазин зайду. Зато в магазин зайду. Рейв. Возьму компас. О, ну так, да? Вот так, значит. Да? Так, теперь мне нужно поискать немножко монеты. Где можно монеты нафармить? А ну-ка, поехали. Сундуки какие? Обычные, хорошо. 15% того, что в золотой комнате будет два предмета. Если считать то, что это у нас челлендж, и здесь у нас никаких золотых комнат не может быть. Считайте, мы немного в заднице. Плюс одна монета. Хотя, чё я мелочусь. Погнали, короче, с помощью бомб вытолкаем сундук. Так, где они там? Снизу, да? Вот так. Сделаем. Теперь я открою. Получу место бомб. Монеты. А, оно не работает. Так, вытащить, попытаться сундук. Маловероятно, ладно. Сундук еще там есть, наверху. Обидно. Но я наверху уже не побегу, ладно. Пойдемте к боссу тогда. Хотя можно секретку попытаться найти.
Гори, гори! Хорош, чел. Может там погореть. Костры. Мое везение на костры. Один костер и... Монеты нет, ладно. Ищем секретные стены. Как вариант тоже можно найти. Конечно, маленький вариант, но... Была не была. Просто если... Хотя... Знаете что? А мне посрать, все. Взрываю просто до получения. Нихуя. Вот, вот так мы играем все с вами. Отлично. Не спеша. Просто на изи. Хотя можно было попытаться выбить хорошую карту. Но, знаете, уже поздно. Так, минус. Не в ту сторону. Идемте наверх. Давай. Монеты? Нет. Бум. Бум. Ключи, ключи. Секретная дверь. Халявный магазин зайти можно. О, здорово. Спасибо за деньги. Пошлите магазин. У меня проклятие, да, кажется? Проклятие темноты. Я думаю, ничего нихуя не вижу. Вот, а свечка была бы, было бы все норма. Мы с вами бы весело прошлись. Спасибо. Черт! Я хотел купить подарок. По скидке плюс. С одной стороны думаешь, ну нафига оно тебе нужно, а с другой... Бля, ну это прикольная тема. А, это не та комната, стопы. Сорян. Dark Heart. Айзек. Доджит! Она доджит! Тихо. Ой. Рандомный удар. Ой. Ой, а хп не отняли. Ой. Без получения дамага, что ли? Ай, стопы, мне еще дальше нужно. Не, конечно, здесь я ничего брать не буду. Босс Rush. Тот же самый ответ. Блин, я бы Библию взял. На самом деле. Просто я тогда не смогу контролить свои взрывы. Что, пошлите в шипастку. Блинк. Здесь прохода нету, да? Жаль. Обида, жаль. Как я буду сердце убивать? Эх. Выживаю. Выживаю налегке. Выживаю налегке. Идемте наверх. Локап. 6 локапов. Жирный. Ладно, минус. Минус я. Забываю, что они стреляют. Аппарат. Минус, минус, минус. Взрыв, сердце.
Взрыв, минус, минус. Заходим, проходим. Обманываем, взрываем. Не всех, ну ладно, потому что она испугалась. Она в этом не виновата, она ни в чем не виновата. Жалко, что двери босса нельзя взорвать. Я бы взорвал. Раш, нихера вас тут! Оу, да, это было жестко. Тихо, тихо. Чё вас так много? Почему уровень такой адско засранный? Дершот. Наконец-то дали скорость атаки. Неужели? Это свершилось. Честно, блин, довольно что-то невесёлое. Когда я понял, что я ничего... Довольно ничего-то такого. В этом челлендже. Только не помню, что мы получаем, кажется, какую-то руну. Ну, если я не ошибаюсь. А я могу ошибаться. Тихо. Там сердце выпало. Блин. Так, поблизости босс. Это не тупик. Как я хотел ошибаться насчет этого. Блин, это сколько мне нужно на обход идти? О, ничего себе, там сердце. Джуджмент, это джуджмент. Секретки есть? Есть одна. Секретка есть одна. Минус. Зайдем тогда секретку с вами сразу по пути. Зайдем сразу в секретку по пути. По пути, по пути. Вот такое. А. Здорово. Здорово, хлопцы. Ну что, босс, финал. Давай. Умирай. Ладно, не беда. Без получения урона выиграл я. Зайду в райскую комнату. Как настоящий ангел заберу подарочек свой. Хотя давай я разнесу здесь тоже все. Готово. ГГ, я чемпион. Карту дали. 6 карт. Что за 6 карт? Честно, я не помню. Хотя... Кажется, замедляет врагов в комнате. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.